Языковая школа. Люксембург. Энди Бауш. Давайте поторопитесь, мы не можем тратить на это целый день. У меня вчера был клиент, который заплатил и сбежал, прежде чем что-то получил. Почитатель, поклонник. Да? Да. Людмилу тоже можно. Я ее пришлю их потом к Европарламенту. Через час. В чем проблема? У меня не так много времени. У меня еще работа в Европарламенте. Он говорит, что он единственный в этой стране, кто знает литовский. Чем скорее мы начнем, тем скорее мы вас отпустим. Начинайте. Некоторые из вас, наверное, знают, что у нас в Люксембурге есть свой особый язык — люксембургский. Продолжим нашу лекцию на последней неделе. Сладкий, у тебя есть немного времени? 150 евро за отсос. Очень хорошо. Помпте означает пожарный? Нет. Я могу выйти в туалет? О, да, мой тигр. Сегодня я кончаю как никогда. Заголовок. Лидеры Еврокомиссии встречаются в Люксембурге. Сегодня мы выучим, как по люксембургским правилам избежать штрафных квитанций за неправильную парковку. Штрафная квитанция за парковку. Это всем ясно? Эммануэль, начинайте вы. Вы знаете месье Федершпиль из города Люксембург. А здесь некоторые местные выражения, которые мы проходили на прошлой неделе. Начинайте. Дюфяк, тельёнок, ты засрянец, ты остопол. Нет, остолоп, а не остопол, остолоп. Очень хорошо, продолжайте. Вы, бедняжка, кровь из нос течет. Дай-ка я тебе. Пошли. Нет, Людмила больше не работает. Нет, она больше не поставляется на рынок. Европе придется решать свои проблемы без нее. Режиссер Энди Бауш.